Есть, так, есть у меня еще одно желание. Ну-ка. То есть я хотел бы сделать следующее. Так, секундочку. Не так мы начали. Вот, это все нормально вот здесь. Это зрачок, это ясно. Но я хочу еще сделать веки. Попробовать. Потому что так выпученные глаза не совсем хорошо. Так, Shift D. И P. Selection. Так, теперь мне надо выбрать это дело. Выбрать. Пойти вот сюда. Манифер и сказать, что нам надо добавить солидности. Допустим, вот столько. 0,7 достаточно будет. Теперь надо раскрутить это дело. R. И поставить на место. Тогда я Mirror пока отключу. Так, что там такое? Опять разошлось, что ли? Ну, елки-палки. Ну, это мы починим, это без проблем. Просто мне так странно это. Такое я никогда не встречалось у меня. Это ясно, легко починить будет. Если клиппинг стоит, то ради бога. Просто откуда вопрос? Ну, пускай так будет. То есть я пытаюсь сейчас сделать веки еще. Хочу посмотреть, как с этим будет. Мне кажется, будет лучше, чем просто так, Джим. Сказать объект set origin геометрии, ну, это слишком, еще чуть не подвинуть R аккуратненько, так, раз, и внутрь уже. Как-то вот так, наверное. Может быть, R надо еще выровнять и поставить сюда же. Как-то вот так, может быть, сделать. Да? И еще маленько G. То, что она будет не очень большой при. Так, давайте мы побольше сделаем. Хорошо ли это будет? Да, по-моему, хорошо. Вот. Так. Потому что здесь можно и ресницы приделать при желании, все, что хочешь. И хороший зрачок получится, или большой, или маленький, в зависимости, что хотим. Так.
теперь можно точно мир сделать. У нас бежит время, бежит. Но я говорю, я никуда не спешу сейчас. Так. Ну, мир. Отлично. Теперь дело за носом. Где у нас нос? Где будем делать нос? Вот тут будем делать нос. Так, смотрим спереди. И смотрим. Это вот тут находится, да? Так. Вот в этом месте. Хорошо. И вот. То есть вот эти. Можно вытащить. Можно сделать так, попробовать. Точку. Вот эту точку подвинуть сюда. Вот так. Так. А далее сказать Ctrl-Shift-B. И вот этот поднять наверх. Примерно постараться равный такой треугольник сделать. Это будет, по сути, четырехугольник, правильно? Вот так оставим, пускай так вот и есть. Теперь нам надо вот эту улыбочку сделать, это самое сложное. Так, смотрим, где эта девочка с улыбочкой. Вот у нее какая улыбка, да? То есть нам, по сути дела, надо сделать следующее. Вот эту точку поднять наверх, сюда поднять, и вот сюда ее подвинуть, и поднять эту тоже, вот так, эту выровнять, вот так, чтобы было посильнее, опа, секунду, это лишнее, а я хочу, чтобы это было посильнее, G. Так, 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 вот так. Вот это только. Так. Видите, нос у нас ушел. Что значит не работать в прямом? Давайте постараемся сделать так, чтобы было все одинаково у нас. Так. Так. Главное не наделать здесь сейчас треугольников. Смотрим, теперь это убираем. Смотрим, что получилось.
прозрачность убираем. То есть вот так у нас вот это получилось. И мы можем теперь выбрать вот... Так, почему у этой нет связи вот здесь? Это странно. Придется сделать вот это. Вот это F. Не так плохо. Если взять К. Вот так, аккуратненько. Но все равно тут получается немножко дребедельно. Мы сейчас сделаем так еще раз. К. Ты я не ожидал такой штуки. Здесь-то мы уже избавимся от этого. Вот так. Избавились. Но треугольнички никуда не делись. На самом лице вдруг появился этот треугольник. Так, если мы его вот так разделим, получим два четырехугольника, да? Давайте попробуем. Этот, мы скажем, subdivision, вот так. А отсюда поведем К, вот этот, потянем сюда, да? Отлично. Вот тут хорошее решение. И теперь вот это и вот это мы скажем, что это dissolve. Вот видите, теперь у нас никаких треугольников, что очень меня, допустим, радует. Так, едем дальше. Берем теперь этот вот рот. Этот и этот. Так, в чем дело? Давайте сейчас все вытащим, то есть скажем Shift A. А, вот так. Теперь пойдем M, проверим дистанцию. Не, по дистанции все отлично. Он не возражает. Но почему-то, видите, вот здесь. А, все, мне показалось. К этому осторожно отношусь. Теперь скажем И. Сделаем Б. Вот так. Так, сделаем. Можем еще немножко назад. И вот так. И теперь задвигаем внутрь. Мне не нравится немножко такая вот выпуклая штука. Подождите, ребята. Прежде чем это делать, я еще раз сейчас схожу вот сюда. Edit, так, скульптинг. Да, скульптинг, я пойду в скульптинг. Но нет у меня сбоку девочки, поэтому самому приходится думать вот так. Вот эту часть как бы мне убрать немножко. Не сильно, но
Вот так. Да, вот так будет лучше. Явно. Дальше идем в объект мод. Перед этим надо было сохраниться, конечно. Смотрим еще раз. Угу. И наша девочка. Припевочка. Угу. Теперь все сдвинулось, да? Ладно, не проблема. Сдвигаем сюда. А этот зачем взяли? Сдвигаем. Нос опять убежал. Вот так. Так, идем теперь. Вот. Так вот, этот убираем. И вот тут важно тоже эту улыбочку сделать. Так, ну-ка, так и так. Сказать и Б. А, вот так Б. Вот так вот. И теперь это дело задвинуть. А, Е. Угу. Так, Е, хорошо. И, наверное, надо будет сделать здесь по ребрам, по этим. Вот это ребро, это ребро. Это и это ребро. Наверное, Ctrl-R нужен. Как хотите. О, Ctrl-B. Так, более очерченный такой. Да, вот. Угу. Отодвинем маленько еще. Так, отлично. А теперь проверим его на Subdivision все это. Видим, что ротяра ужасная. Не то чтобы ужасная, но не очень хорошая. Ее надо поджать. Пойдемте сейчас выберем вот это. И пойдемте сейчас ходит скульптинг. Попробуем здесь поскульптить сейчас. Вот так. Вот это другое дело. Так.
теперь нужен нос. Смотрим. Включаем. Смотрим. С этим носом я не знаю, что происходит. Он постоянно теряется. Ты что опять? Опять какой-то разрыв? Забыл. Поверх, наверх, если я. Так, у нас, если в пропорциях посмотреть, она где-то вот чуть ниже глаз этих. Хорошо. Давайте вытащим. И я уже наконец-то. Вот так. Да. И теперь посмотрим, как она. Да, она будет замечательно себя вести. Прекрасно. Если пойти сейчас скульпт, вот, попробовать вот тут, навряд ли удастся щеки, да, но они как бы и сами образовались уже, то есть это уже нормально. Давайте еще раз F. Все у нас получилось, ребята. Теперь это опять убираем. Хорошо. Дальше. Объект. Вот это выделяем. Где у нее тут? Нервы это есть, все понятно. А вот этого нету. Если у нас это получится, то в следующем уже будет гораздо проще это все делать. Так. Ну, эти просто вот шесть смут и все готово. Так, теперь у этой, скажем, 2, тоже будет вполне достаточно и 6 смут. То есть в итоге мы получили с вами вот такую вот девчулю, да? Пока еще не очень заметно. Но мы можем, в принципе, уже сказать, что лицо готово. Да? И потом следом начнем с волосами. Стоп.